Меня зовут Софьева София. Я учусь в лицее искусств. Сергей Миняйлович. Ой, Сергей Иванович, у меня к вам есть вопрос. Как вы себя чувствуете, когда вы слышите слово «Украина»? Слышите слово «Украина»? Вы знаете, я себя спокойно чувствую, потому что я не путаю жителей Украины, да, с военно-политическим руководством и с врагами. Они такие же, как и мы с вами. Дети такие же, взрослые такие же. То есть это просто люди. И этими людьми сегодня, этих людей сегодня пытаются использовать, да, для того, чтобы как рычаг. И когда я знаю Украину советских времен, да, я знаю Украину после развала Советского Союза, и знаю ее сейчас. Это люди одинаковые, вот простой народ одинаковый. А вот те, кто враги, которые этот народ пытаются угробить, да, их руками пытаются возродить нацизм. Вот это не люди. Это враги. И они никакого отношения к украинскому народу не имеют. Они себя причисляют к этому. И, к сожалению, смогли и много, значит, и молодежь таким же образом воспитать. Хотя у нас корни-то у всех одинаковые. Мы братские народы. Ну, поэтому, когда звучит слово «Украина», мне бывает больно и обидно, да, за то, что там сегодня происходит. Ну, порядок наведем. Поэтому все будет, победа будет. Все будет хорошо. А простые люди, вот я езжу, да, простые люди, они такие же, как неприемные. Да, они боятся. Да, они сегодня в трудном положении. Но они ничем от нас с вами не отличаются. Трудяги такие же. Тяжелые.